Привет, 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 господа и дамы, с вами Морж. Извиняюсь, что серия долго не выходила, были некоторые проблемы, но вроде бы порешались, поэтому возвращаемся в ритм. Хотя какой ритм, если это, судя по всему, последняя серия? К сожалению, по истории сейчас у нас только 3 главы на данный момент реализовано. Четвертая вот вроде бы очень-очень скоро выходит. Ну а я все еще перед выбором, кого же выбирать, Полину или ребят, с которыми как бы у нас команда. Читал комментарии, в основном все за ребят, на самом деле я тоже больше за ребят. При всех раскладах вестись на бабу, с которой у тебя не было еще ни хера, ну это минимум глупо. Поэтому выбираем Ромку. Да, порой Ромка вел себя ужасно, бывал несправедлив к другим и помыкал слабыми. Но что-то мне подсказывало, что дружба для Ромки не пустое слово. Разве не о друзьях я мечтал все это время на новом месте? Пускай здесь они и были так же чудовищны, как вид на древний лес из моего окна. Я сдвину очки на лоб, потирая глаза. Поскорей бы уже повзрослеть. Думаешь, будет проще? Не давая ответить, раздался дверной звонок. Мой блуждающий взгляд ткнулся в дверь. Это Ромка с Бяшей пришли репетировать, а я должен помочь им увести девочку, которая мне нравится. Полин, подожди минутку. Сделав пару шагов, я прижался к дверному полотну. Посмотрим. Горевшая снаружи лампочка озаряла крыльцо, и в замерзшем глазке различались два невысоких темных силуэта. Явились, не запылились. Подождите, я сейчас! Вернувшись к телефону, я поднял трубку. Мне надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг и покосился на лестницу. Мама, увлеченная сериалами, не заметила трель. Никого не предупредив, я натянул обувь и шапку, а затем выскользнул в темноту зимнего вечера. Ветер защипал щеки. Я поморгал, привыкая к сумеркам. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позволял распознать в них моих одноклассников. Я направился к забору, слушая вой ветра в ушах и монотонный скрип под подошвами. Обязательно ночью репетировать. Одна из фигур шевельнулась и плавно устремилась к чащобе, будто конкобежец на льду. Так, что-то у меня такое ощущение, что это не мои друзья. Ну чё там мне так кажется? Я замедлил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе закопошились проснувшаяся змея. Стало тошно. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Мама и Оля сидели в тепле перед телевизором на втором этаже и непринужденно следят за похождениями героев Санта-Барбары. Мне совсем не хотелось участвовать в Ромкиных постановках. И еще сильнее не хотелось идти туда, где на зимнем ветру колыхалась раздвоенная тень. Что да, Триална? Не, ну по голосу мои. Мы тут замерзли совсем. Голос Бяши буквально дрожал, а нетерпеливый Ромка пускал клубы пара у темных сосен. Такой влюбленный и задумчивый. До костей продроглина. Шевелись! Да иду. Я был глубоко вздохнул и пошел, пиная сугробы. Бяша замер лицом к тайге. До него было рукой подать. И я зачем-то положил озябшую кисть ему на плечо. Наверное, убедиться, что это все не сон. Опа! В мою сторону торчал острый клюв, со всех сторон усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. Так, значит, Бяша это сова? Или не Бяша, или меня опять глючит. Нечто в птичьей маске таращилось на меня. У-у, до самых косточек. Ну, по говору, да, по говору Бяша сова. Голос был точь-в-точь Бяшин, но за перьями и картоном таился некто иной. Я рванул прочь, словно меня стегнули нагайкой. Существо в маске лишь притворялось Бяшей, чтобы выманить меня. Я бежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Так, я чуть-чуть звук сделаю потише. Желтый свет в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение. За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной. Может, потому что совы умеют летать? Я уже карабкался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Взъерошенный волчок выполз из угольной тени дома и преградил путь. То есть Бяша сова, Рома волк, я зайчик,
Ну и лиса, наверное, староста, а может и Полита. Он двигался дерганно, хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец. Или корчился в припадке. И пускай я отчетливо видел, что волчья морда, обыкновенная маска, что-то в судорогах оборотня заставило меня окоченеть. Ряженый потерся боком о столб крыльца и припал на четвереньки. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза абразины засверкали. Но зверь не нападал. Он то ползал вокруг по-пластунски, то трусил на четырех конечностях. С отвисшей челюстью я перебирал ногами, пытаясь удерживать его в поле зрения. Из-под прорези маски сочилась жидкость. Тягучие капли падали на доски. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула в спину, шепнула: «Спасайся!» Штакетины забора замельтешили. Я снова бежал в обратную сторону, в зубчатой и пахнущей хвоей кромке леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнул на землю. Подо мной застроились зыбучие снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырывала меня из ловушки. Тьма подкрадывалась все ближе, напоминая едкий дым погребальных костров. И я снова побежал, вдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я обронил шапку, и уши запекло от лютого мороза, пока сам я весь взмок от пота. Поле наконец закончилось. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за дверь. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо, чтобы случайный сук не лишил глаза. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком в мясорубку. Узел выбивавшихся из почвы корней прихватывал за стопу. Я врезался в шершавый ствол, сполз к самому его основанию и в панике оглянулся. Ох, снова лиса? Быстрый. Первым желанием было кинуться к ней и обнять ее. Но я поборол себя и плотнее притиснулся к сосне. Блин, а сделать вывод, что ну они все в масках, они все играют в животных, может быть они заодно? Ты... что ты здесь делаешь? Да вот... Она протянула мне потерянную шапку. В бюро находок подрабатываю. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку, будто боялся, что в руках Алисы окажется что-то вроде отрубленной головы, или еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. Как говорил доктор Фрейд, иногда сигара — это просто сигара, а иногда это большой коричневый хуй. Я забрал ее, натянул по самой брови. Тепло? Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя, что ли? Нет. А чего же ты убежал? Ответ был очевиден, но покатав мысль на языке, я лишь пробурчал. Не знаю. Обещала не обзывать тебя дурачком, а я обещание исполняю. Она подошла вплотную, взяла под локоть. Я почувствовал запах мяты, апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Я твой друг. И они... Я быстро обернулся, туда, куда показывала лисичка. На краю опушки появились дети в масках, по крайней мере, все они были небольшого роста. Ох, ё-моё. Волчок, сова и медвежонок. Они фыркали и вздыхали, явно утомившись от бега. Я думала, ты в снег провалился. Так, сова... Ну типа, ладно, она пародировала голос Бяши, но здесь голос явно женский, причем я думала. Значит, девочка. Стало снегопать? Нет тебя. А я не копал, лень копать было. Ну вот это похоже на Семена, и по одежде похоже на Семена. Но, блядь, где вы видели нахрен медведя с человеческими зубами? Я бы уже охренел. А ну как получается, если дурак, то бегай да... Но Семен как бы пропал. А если умный, подожди, пока другие набегаются, накопаются и устанут. И уж тогда заводи разговор. Как я рад!
Ну, волк, скорее всего, Рома. Ну, по логике Рома. Либо это вообще не эти же персонажи. Ну, а тогда я не понимаю. Дегенерат! О! Не обращай внимания, он со странностями. Я понял, что стою с открытым ртом, с бессильно опущенными руками. Не зная, как реагировать на слова поздних гостей, я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. Они начали переглядываться, а кто-то даже фыркнул, словно услышав шутку. Да, да, лиса права! Это он. У медведя почему-то рука перебинтована, одна. На одной перчатка. Намек на то, что медведь это вот тот ребенок, который пропал первый, я же его перчатку нашел, правильно? И перчатка типа была в крови, и тут перебинтованная рука. Намек или не намек? А хер его знает. Нет, это наш! Неужели нашли? Наш зайчик. Да-да, похож. Взбесившись от радости, волчок начал махать частью костюма, словно хвостом. Первый! Ну, конечно, ты первый! Это волчик раньше всех почуял зайчиков тебе и рассказал нам. Так, кто-то, с кем я встретился первым. А с кем я встретился первым? Ну, по сути, мы в первой серии поговорили с ментом, и потом я пошел в школу, и там уже встретил лису. То есть, волка я должен был увидеть до лисы. Но опять же, если это логика. Если это действительно происходило, но в игре этого не было. Ладно. Здравствуй. С нашей совушкой ты знаком не понаслышке. О-о. Не такая уж она и страшная, правда? Да, наверное. А этот улыбчивый бугай? Медвежутка? Ну, медвежутка точно жутковато. С человеческими зубами это, конечно... И хрен его, у художника немножко с головой проблемы. Мне кажется, такое рисовать. Ты лучше с ним поласковее, а то голову откусит. Зачем это? Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Все еще сомневаясь в благих намерениях причудливых зверят, я спрятал руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры в карнавальных масках вместо глаз. Алиса наигранно подбоченилась и как-то ухитрилась подмигнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Чёрт, я звенеть не буду. У меня лапка болит. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал. Это добрый знак. Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. То есть все-таки Полина. Ну, потому что это единственный человек, кому я сказал про Диснейленд. Вернее, написал в анкете. Полина Лиса. Я уже ни хера не понимаю, если честно. Ладно. Откуда ты знаешь? Да так, прочитала кое-где. Либо она читала эту анкету. Либо это ее анкета. Я не знаю. Про меня? Про клюв от воробья. Про Диснейленд, Яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески? Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня. Полина. Ну, логично, что Полина, но... И она как кокетливо запела. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Я осторожно засмеялся. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив, привлекали. Было в них что-то особенное. И в этой опушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот, с земли в темное небо, как на прокрученной задом наперед пленке. Дети в масках приблизились, и я ощутил их прикосновение. Они хлопали дружески, трогали мою одежду, словно проверяли, что я настоящий. В их прикосновениях не было звериной злости, лишь чистое, незамутненное любопытство ребенка. И я почему-то сказал про себя. Им можно доверять. Снежинки все планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Драк! Пусть только попробуют.
Лиса тихонько пихнула меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с воплями или с нами пойдешь? Куда? На аттракционы! В эту секунду далекий звук флейты нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный и таинственный, он вызывал в памяти звон хрусталя и журчание студеного ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песня флейты развеяла их. Я пошел за новыми друзьями, прежде чем принял решение. Ноги сами переступали, а образованные соснами туннели раздвигались, кусты кланялись перед нашей процессией. Все это напоминало сон. Ведь даже поляну, на которую мы выбрались, я видел во сне. Флейта, как чудесная птица, парила где-то высоко, между темных крон. Снежинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветви в серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула, и я разделил ее восторг. Задрав голову, я смотрел вверх. Очень красиво. Только мелочи. Я покажу гораздо больше, если захочешь. А я захотел. Как сильно я хотел увидеть то, что видела лисичка своими спрятанными в полутьме капюшона глазами. Теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. Точно голый на январском ветру. Скажите, а зачем вам маски? Я не боялся, хотя меня и трясло. Дрожь была не от холода, а от странного волнения, предвкушения чего-то невероятного. А тебе зачем? Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки? Человеческие дрязги. Я же говорила, все жители поселка носят маски. Только скрываются за ними одни дни люди. И даже я? Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку. И твое настоящее лицо. Я увидел маску, которую лиса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебряный слиток в лунном свете. Любопытно стало, как изменится мир, если взглянуть сквозь прорези. Ну, тут как бы единственный вариант взять. Но вдруг, с трудом просачиваясь сквозь мелодию флейты, меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Семена. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже. А куда подевался Семен? Что с ним стало? И с остальными детьми? Медвежонок и сова переглянулись. Волчок сжался комочком, а лисичка чуть опустила острый носик маски. Тот, кого держали в клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Умел бы я креститься, перекрестился бы. Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Одно слово – взрослый. В мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. И я сегодня какой-то не грустный. Антон, а ты? А? Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносится звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за частоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальцами дырочки в корпусе флейта. Так что, сядем тосковать или займемся отдыхом? Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. Сиськи. Вопрос сисек будет раскрыт? Лисичка извлекла из кармана горсть конфет и вручила по очереди всем детям. Зашуршали фантики, тут же запахло ананасом, какао и дыней. Последнюю конфету, вафельную, мою любимую, Алиса вложила мне прямо в рот. Язык обволокло пряностью.
Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой пробегали яркие искорки. Замешкав, я прожевал вафли и шоколад, проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Благодарность вышла глуховатой, потому что губы мои уже касались маски. Я не заметил, как поднес ее к лицу. От папье-маше исходило тепло. Маска льнула к коже и приятно пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, мурча от пенной воды. Говорила же! Это твое! Мое! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет! И то верно. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Не терпелось выпустить ту энергию, тот жар, которыми меня наполняла чарующая музыка. Сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Так, она летает. Ну, типа, если это ребенок, то он не летает. Если это какие-то лесные духи, то они летают. В итоге, кто это? Не, просто прыжок. Над головой раздался ее смех, а потом она приземлилась обратно, фырча и отдуваясь. И ты так можешь. Попробуй. Я попробовал. Ноги оттолкнулись от земли, я взлетел ракетой к звездам, закричал от счастья, увидел своих друзей внизу. А почему они цветными стали? Ветер помогал мне лететь, словно я скакал на громадном батуте. Звезды казались яркими блестками, до которых можно дотянуться языком, слезнуть. Луна стала ближе, а потом я полетел вниз. Лишь на мгновение испугался, что сломаю ноги, но подошвы твердо встали на снег. С нами ты в безопасности! И все твои мечты станут явью! Я так счастлива наконец обрести тебя! Зайчик! Смеясь от восторга, я понял, главное, эти четверо не причинят мне вреда. А настоящие враги, я чувствовал это каждой шерстинкой своей маски, те, кто далек от волшебства. Люди из поселка. Еще я понял, что все вокруг по-настоящему живое. Услышал, как стонет под снегом сухая трава. Увидел, что у деревьев и звезд есть лица. Деревья ухмылялись, а звезды корчились в страхе. Правильно, бойтесь, я допрыгну до вас и... Я щелкнул зубами. Затем закричал ликующе и прыгнул одновременно с лисой. Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе. Я закружился, а лиса закружилась в такт. Я знал, что она улыбается, и улыбался сам. А флейта все играла, и играла, унося нас ввысь. Ты че, опять в облаках летаешь? Опа. С вами полетаешь, Сона, подумал я, отклеиваясь подбородком от парты. То есть я, походу, просто спал, и мне это все приснилось. Ну, я бы отсылался реально к тому, что это сон, при том, что он стал цветным. Типа, цветные сны, все дела, мир вообще вокруг черно-белый и все остальное. При этом, в принципе, все, что говорила лиса, значит, это может быть просто моей больной фантазией. Ну, как бы. И про Диснейленд, и про все остальное. То же самое, как и с перчаткой у медведя. Я не знаю, закручиваю здесь реально прикольно. Мне нравится. То есть я не понимаю, где сон, где явь и где кто. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все от чего-то вновь слонялись по классу, передавая друг другу записки, шушукаясь. Их физиономии казались выцвевшими масками, блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как парил высоко над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Или это не сон, или это уже как бы после этого я вернулся домой и пошел в школу. Возможно, и почти наверняка это был сон все-таки. Потому что из леса я не возвращался, а проснулся дома в кровати обыкновенным утром с чаем и таблетками. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцам. Куда важнее было чувство полета. А знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен и скалиться на луну. Ну чего? Чё-чё? Пока ты носом клевал, Катька пропала. Ага, староста. Сон как рукой сняло, я недоверчиво нахмурился. Причем, почему выпиливают уже второго ученика именно нашего класса? То есть до этого был паренек, он не из моего класса, как я понимаю, который варежку потерял. Как пропал? Быть не может.
Так, приметы: 155, глаза зеленые, волосы светло-русые, худощавое телосложение, была одета в куртку с капюшоном на меху, вязаную шапку с помпоном, белый шарф и перчатки. Брошь на шапке в виде цветка. Всем, кто может сообщить информацию о местонахождении Кати, просьба звонить. Катя! Не знаю, на всякий случай брошь в виде цветка нужно запомнить. Спасибо, вы прошли третий эпизод визуальной новеллы «Зайчик». Искренне благодарим вас за то, что приобрели игру на раннем этапе разработки. Все собранные средства будут направлены на продолжение игры. Не за что. Скажу я вам, что я приобрел игру на раннем этапе разработки, тем более стоит она очень даже дешево. Вот, и такие проекты я считаю, что нужно поддерживать. Ну что ж, третий эпизод закончен. Вот, четвертый скоро обещают выпустить. Поэтому, надеюсь, прощаюсь с вами ненадолго. Возможно, гляну еще какие-то игры, который мне было бы интересно пройти для второго канала. Спасибо всем тем, кто со мной проходил эту игру. Надеюсь, вам было интересно. Мне интересно было очень даже. Ну и ждем четвертый эпизод, а я пока что другие игры гляну. Надеюсь, не поскупитесь на комментарии и лайки. Это несложно, это бесплатно. Ну а с вами был Морж. До новых встреч. Пока.